Об искусстве от настоящих профессионалов. В молодежном театре «Алтай» открылась детская школа-студия. Актерскому мастерству, вокалу и хореографии ребят учат артисты театра. На первых успехах юных театралов узнавала Лиана Наджафова. Свои каникулы они проводят не за компьютером, а на сцене. А вместо просмотра мультфильмов посещают занятия по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. У некоторых воспитанников школы-студии МТА уже есть мечта – связать свою жизнь со сценой. Я очень хочу быть либо актрисой, либо певицей. Мне очень нравятся эти занятия. Создали студию в сентябре. Сейчас в ней занимаются около сотни юных театралов. Они каждый день готовят для зрителей мини-представления. Песни, танцы и миниатюры показывают до начала спектаклей в фойе театра. Есть дети, которые пришли с подготовкой, но это дети уже постарше, от 9 лет. А 7-8 лет дети пришли, конечно, без подготовки. Поэтому мы стараемся и работать с теми, кто ничего никогда не делал, и с теми, кто, у кого уже есть свой сценический опыт. Такая детская студия при театре – явление новое. Молодежный театр – первый среди барнаульских, где появилась такая практика. У ребят будет возможность раскрыть свои таланты не только в фойе театра. Воспитанники студии уже готовятся выйти на большую сцену в тандеме с настоящими актерами. Лена Наджафова, Алексей Шаульский, Новости.